Привет, народ! Добро пожаловать на канал Джонни Хоррор. Мы продолжаем с вами играть Ratchet & Clank сквозь миры на PS5. Всем добро пожаловать и приятного вам просмотра. Привет, Ratchet. Я Ривет. Рада познакомиться. Что ты делаешь? Ничего, просто думаю о том, как построить измеренитель и спасти вселенную. Ты нервничаешь из-за встречи с Ratchet'ом? Что? Да, чуть-чуть. Он тебя не обидит, обещаю. И как построим измеренитель, он поможет нам найти доктора Нефариуса. Ну да. Значит, ведро, наше приключение заканчивается. Так, а, мы тут были, ребят. Доктор Нефариус, скоро вернетесь в свое измерение. Так. Разжигателями. О, я обожаю реактивные установки. Скоро в ком-то появится много-много дырок. Денег у нас нет, к сожалению. Наконец-то они встретились. Привет. Привет. Да, да. А вот и Кланк. О, друг. Все в порядке, Ratchet. Мне даже начинает нравиться такой вид. Если что, я его таким нашла. Да брось, ты бы не обидела Кланка. В конце концов, ты это я. Постой, с чего ты взял, что не наоборот? Ну, а как же еще? Я же... Нечего сказать. И правда нечего. Да, кстати, Ривет, это... Кит, я с нетерпением ждала встречи с тобой. Я тоже. Полагаю, пора навести тут порядок. Хочешь, Опа! Спасибо! Доктор Нефариус. Доктор Нефариус. Это измерение просто сказка. Мои проблемы решаются сами собой. Сколько раз вы его побеждали? Видимо, недостаточно. Можно я? Да, пожалуйста. Что вы делаете? На ринге, да, будем сражаться? Вау, вау, я еще ничего не успел сделать. Дай-ка мне... Гаси. Так. Готова, Кит? Готова. Еще один лоу-бакс! Хорошо, что в этом измерении я не проигрываю. Да неужели? Гаси. А, хрен тебе. Так. Опа-на. Так. Такие самоуверенные. А если поддать жару? А, другое измерение-ка. Почему эти ломбоксы так легко к всему приспособлены? Еще один крутой шрам. Да падайте вы уже! Хватит тянуть время!
Капец, куда падать? Все под контролем, я в полном порядке. Ага. Я не успел. Вообще ничего не понял. Кто? Почему эти ломбоксы так легко? Блин. А, все вот, складывается как-то надо. Не очень. Все под контролем, я в полном порядке. Что ты сделал с императором? Я его не видел. Потому что я и есть он. Ага, так мы тебе и поверили. Как-то медленно что-то надо двигать. Так. Да когда ж какой-нибудь винит, а, братан? Так, я понял. Фига, у меня почти все закончено. Ну это только первый раунд.
Так, или это настоящий нефалис? Непонятно. Ого! Вот это битва! Что это мы притихли? Смелее! Давайте поздравим Ривет с первой победой! Как жаль, что я не успел к началу. Зато я рад объявить, что завершил нейтрализацию своих врагов. За исключением капитана Кванта. А, это император. И... Короче, когда я услышал, что мятежник Ломбокс дерется со мной, я был обязан... Услышать, как все радуются твоему поражению? Кто радуется? Они, что ли? Нет! Стой! Я с мятежниками сражаюсь давно! Я помогу тебе их истребить! Мой странный фанат предлагает помощь! Заманчиво! Что бы такое придумать? Может, домашний муж? Он отправился на Саргассу! Надо его опередить! Мы поможем тебе, Рэтчет. Нужно связаться с Квантом. Он последний в списке целей. Лети на Ордолис, найди Пьера. Он тебя отведет. Вот так дела. Постой. Если нас ждет бой с Императором, нужно раздобыть как можно больше ресурсов. Ты права. Может, перед уходом стоит заглянуть на арену? Да вот что-то мне неохотно арену вообще, это вот совсем. Ну да, император вернулся, завидев себя в новостях. А что измерения разваливаются, так... Император всегда был угрозой нашей вселенной. Нужно отобрать у него измеренитель. Иначе нам скоро будет некого спасать. Все эти имена в списке целей. Ты не виновата, что их захватил. С бомбардиров каждое твое появление будет производить громогласный эффект. Ну, давай что-нибудь прокачаем. Теперь ты сможешь так жахнуть. Да, все равно. О, теперь ты будешь побеждать на автомате. Да, все равно. Так, ну тут много еще чего лучше. О, надо же! Это стоящая вещь! Рада была помочь! Так, а что надо выполнить-то мне? Отыщите запчасть для Кванка. Ну, а где ее искать, если мне тут даже миссия не помнится? Так, а вот куда она там. У шахтеров куда-то пропал шеф-повар. Надо поспрашивать на площадке.
Найдите Пьера, ребята, и предупредите Кванта. Так, ладно, давайте по ней подождем. Координаты вбиты. С императором всегда было тяжко, а теперь у него измеренитель. Мы защитим твоих друзей. Так, если Рэтчет — альтернативная версия меня, а Кланк — альтернативная версия тебя, значит, мы должны были сойтись. Им нравится работать вместе. Да, но я привыкла быть сама по себе. И я. Так что это просто временно. Нефариус. Неужто нельзя обойтись без драк? Может, обсудим все за стаканом лимонада? Нет! Император презирает лимонад! Кислое не сочетается со сладким! За это они получат! Поднять руку на мортов! Император настоящий гад! Так, ладно, придется туда качки по полной. Чем тут все осмотримся? Вроде все осмотрели. Эй, может, хватит приставать к маленьким? Вау. Солдат он прислал за нами. То есть, за тобой. Ну да, что-то их многовато. Вау. Император теперь стал еще опаснее. За это они получат. Поднять руку на мортов. Император настоящий гад. Эй, может, хватит приставать к маленьким? Солдат он прислал за нами. То есть, за тобой. Победа будет за нами! Столько разломов. С этим измеренителем император теперь стал еще опаснее. Ну да, чудо их дохренище прям вообще. Цели нейтрализованы. Твои друзья в безопасности. О, прости, Ривет, что пришлось снова нас спасать. Мы пытались отбиться, починили сканопендру и вообще... Но ей не дает взлететь один из этих пространственных пузырей! Во-первых, вашей вины тут вовсе нет. Во-вторых, с пузырем мы разберемся. Поднимай! Кстати, знакомьтесь, это Кит. Здравствуй, Кит. Кто дружит с Ривет, тот и нам друг. Привет. Это Мейнард, бот-помощник. Отведет нас к сканопендре.
Внимание, Саргасса! Император ждет теплейший привет с легким оттенком снисходительного глумления и отдельный привет Ривер. Передай ему, пусть лучше сам к нам заглянет! Да. Или нет. Неважно. Опа, наша сторона. Император взялся не только за мортов. Он хочет истребить все живое на планете. Пойдем, надо следовать за Мейнардом. Угу, сейчас. Тактика угнетателя внушает страх на расстоянии. Я видела много примеров. Спустился бы сюда, я бы внушила ему молотком по роже. Отлично. Император велел заключить вас под стражу, верноподданные. Наши солдаты припроводят вас в тюрьму. Так, давайте с той стороны зайдем, посмотрим, там вот что-то есть. Погоди, Ломбакс! На Саргассе у нас большие масштабные планы! Не зажигайте вперед, Ломбакс! Это не хотим испортить им сюрприз. Сюрприз? Пойдем за Мейнардом. Так, готов. Это был последний. Погнали за Мейнардом к Сканопендре. Сейчас. Столько кораблей. Император чрезвычайно дотошен. Ничего. Вот выпустим Сканопендру, и ситуация изменится в нашу пользу. Должна. Что-то капец, это хренище, наверное, просто. Как-то она странно недоотпрыгнула. Даже не цепляется. Ну ладно, раз не цепляется. Нихрена они здоровые, блядь. Так, у меня закончилась точечка.
почему бы и нет? Воу. Все-таки задело. Задели, блин. Воу. Да что ты, блин?
Вау. Тебе понравится подчиняться. Обещаю. Как его вообще убить-то, блин, не пойму. Он вообще какой-то неубиваемый, блядь. Десантный корабль! Ну да, почему бы и нет? Ощущение, кому-то на себя барабан. Да, что ты делаешь? Так. Конец-то, блин, завали. Капец какой-то, блин. Что творится тут? Так, а мне тут, да, тоже что-то собирается? Под вашей сферой энергии? А где же Кланг? Полетел на Ордолис с Рэтчетом. Ты с ним знаком? Он помогал мне устранять аномалии в измерении. А, вот почему все это кажется таким знакомым. Правда? Поразительно. Какое-то измеренческое дежавю. Так ты мне поможешь? Разумеется. Этот вертинатор, судя по всему, обесточен. Как интересно. Он преобразовал пространственную энергию в полезное действие.
Ух ты! Я уже чувствую легкость. О, нифига не там, блядь, прыгуны, блядь. Так, походу, делают они сюда. Так, а... Да, они тут все прыгают, да, они прыгают не сюда. Да, мне надо. Так. А, ну нормально все. Превосходно, Кит! Ты схватываешь на лету, как клан. Насколько все плохо? Ну, мы идем ко дну. Похоже, пространственный катаклизм усиливает пищу. А что ты думаешь о кланке? Он талантлив, находчив и так блестит. Верно, верно, верно. Неудивительно, что он твой аналог. В каком смысле? Это комплимент, Кит, вам обоим. А что ты думаешь о кланке? Мы толком не пообщались, но... Я рада, что мой аналог – герой. Ты волновалась на этот счет? Да, причины есть. А у меня сомнений не было. Ты хорошая. Нет, ты супер. Потому и он такой же. Какая яркая. Так, интересненько. И для чего? Вертинатору требуется подпитка. Как вариант, да. Вот это да, Кит! Такую достойную работу не грех увековечить в архиве. Если Кланк с Рэтчетом, значит, ты здесь вместе с Ривет? Как нам было предначертано. Ты правда думаешь, что это судьба? Я не знаю. С Рэтчетом мы хорошо работали в паре, но я вечно боялась его разочаровать. И с Ривет также. Но кажется, будто мы давно знакомы. Ну, судьба или нет, надеюсь, Ривет поймет, как ей повезло с тобой. Но мне кажется, еще не все сферы собраны. Да, это понятно, понятно, понятно. Сейчас что-то учить. Этому вертинатору требуется подпитка. Так, а мне надо вон тот. Ясно. О, какая тяжесть! Кит, ты ведь понимаешь, что справилась куда лучше, чем я бы на твоем месте, да? Что?
Ты шагнула в неизведанное. Без страховки. Заставила себя сделать то, чего страшилась. И у тебя получается. Блин, а чё он не прыгает? Не смог. Но ты смог. Ты взял на себя ношу отца. Вот. Помогаешь нам с кланком советами. И у тебя тоже получается. Значит, мы молодцы. Молодцы. Сейчас посмотрим. Ну, мне кажется, не так. Ясно. Да, надо забрать это тоже. Вау, не сюда. Так, я что-то не понял. Что случилось? Этому вертинатору требуется подпитка. Так, 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 постой, постой, постой. А, все, я, кажется, пробился. Ну, туда его вставим. Этому вертинатору требуется подпитка. Так, подпитка. Ну-ка. Этому вертинатору требуется подпитка. А, все, я понял, понял, понял. Где красненькая эта хрень? Вот там мы красненькую скинем. Они же будут прыгать. Так, вот так, да-да-да. Оп-оп-оп, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Этому вертинатору требуется подпитка. Ну все, это тоже сейчас кидаем сюда. Кит, я так тобой горжусь! Ты умница! Без тебя я бы не справилась, Гэри.
большой кит. Вот теперь эти забияки узнают, с кем связались. А ну, пошла! Молодец! Хочешь, взорвем его? Меня можно убедить. Так просто на крейсер не попасть, но раскрут поможет нам подобраться ближе. Как тебе идея закидать врагов гибельными червоточинами? Попробуй грозовую дыру! Решайся, пока все не раскупили. Прямо глаз радуется. Я смотрю, у тебя и открытые ячейки есть, и раритана хватает. Приходи еще, я буду ждать. Да, окей, прием. Как это обратить мою шарету против меня же? Люблю наблюдать, как другие выставляют себя дураками. Что вы вообще можете противопоставить команде Нефариус? В общем, если чисто, я за тебя болею. Интересно, как далеко ты сможешь зайти, прежде чем я тебя раздавлю? Как далеко ты сможешь зайти? Сейчас узнаем. Ой, Крейсера! Простите, что без приглашения! Ну чё, взорвём эту посудину. Так, отлично. Ах, ты творишь. Так. Как нам его подбить? Может, как-нибудь повредить источник энергии? Риви, слышишь меня? Мы поймали сигнал Кит! Друди спешит на помощь! Запрыгивайте! Какое зрелище! Ну давайте поднимем ставки, согласны? Ну, на трубанчик. Активировать разрушающие лучи! Планетарные разрушения! Наконец-то! Он сказал планетарные разрушения? Привет, у нас тут вся техника сбоит! Эти крейсеры грозят пробить кору планеты насквозь! Эти лучи разрушат планету за считанные минуты! Император обратит Саргасу в пыль! Посмотрим! Я не дам ему уничтожить мой дом. Корабль-носитель, оставь нам, Ривет. Мы отвлечем его на себя с Конопендрой. Хорошо. А мы разберемся с крейсерами. Так, вроде стало получаться. Да что-то вообще ничего не получается. Спасибо, что нас не скинуло. Труди легко справиться с генераторами на палубах этих крейсеров. Получай! И еще! Нет, погоди, вот тебе порция добавки! Да ты... Не знаю, я палю тут подряд. Да именно палю, вообще непонятно. При помощи Труди мы сможем нейтрализовать остальные крейсеры, взорвав генераторы на палубах. Если влетим под крышу кабины, Труди сможет поразить генератор. Мне кажется, это генератор называется.
Блин, ну а может она не летать? А, вот, все, я понял. Защита все стоит. Вот что! Мои дорогие крейсеры, включить щиты! Ага. Щиты? Ах, ну куда же без них? Эти щиты не пробить ничем из нашего арсенала. Не знаю, как нам с ними быть. Эй, мы смастерили пару бомб из наших запасов гелатония. Они помогут тебе пробить щиты. Труди может зашвырнуть их на крейсеры. Ну давай. Про который говорила Мор. Берем. Сейчас посмотрим, насколько прочны их щиты. Ничего, ничего не получилось. И сколько мне надо по этим щитам? Хрена там мы тут. Блин, пока она долетит. Луч этого боевого крейсера вот-вот достигнет ядра планеты. Останови их! Мы остановим их вместе! Вперед, Труди! Ребят, кто недавно зашел на поточек, добро пожаловать. Ты герой. Приятного просмотра. Мы герои. О, вон они! Эй! Привет, Экен! Привет, Экен! Ладно, ладно. Не за что. Морт, доставай лимонад! Ох, отметим так отметим! Еще одна нежданная победа, но последняя на твоем веку. Ты отправляешься в Зордум. Хотя, ну, эти традиции, внесем разнообразие. Мы попали... Карманное измерение.
К счастью, всезнающий император не в курсе, что я умею из них выбираться. Нет, далеко. Ну же, разломы, выручайте. Вы с ним, похоже, давно знакомы. Да, можно и так сказать. Я долго боролась за нашу галактику. Лишилась друзей, руки. По вине императора? Ну, не совсем. Это произошло на задании. Я нашла потайной вход в его башню и попыталась туда проникнуть. Одна. Вход был прямо передо мной. Я не заметила, что рядом оказался боевой робот. Бросилась бежать. Он опередил меня. Но потом вдруг встал. Пока он раздумывал, я успела удрать. Это она, Владимир. Зато теперь у меня новая рука, так что я не жалуюсь. Ривет. Я. Да ладно. О, смотри, выход. Как по заказу. Полетели в Пабзурки. Может, Рэтчет и Кланк нас чем порадуют? Сегодня я буду веселиться до упаду. Люблю вас, морды. Оу, завтра отосплюсь всласть. Найдите Пьера, ребята, и предупредите Кванта. Давайте на этом моменте закончим сегодняшний стрим. Спасибо за просмотр, за лайки. Поддержите канал, подписывайтесь. Увидимся в следующем стриме. Пока-пока.